Накануне играли «Жемчужина» и «Ротор». По прибытию в Кудепство игроков ждал небольшой сюрприз. На одной половине поля тренировалась какая-то команда. Поэтому «Зенит» поначалу расположился на другой половине. Для клуба это первый сбор в России. Четыре предыдущих питерцы провели за рубежом. Главная проблема сейчас – травмы. В первом матче чемпионата на поле из-за них не выйдут Лепехин, Попов, Козлов и Ягунов. К тому же из-за двух карточек пропустит игру Кондрашов. Зато в команде наконец-то появился классный нападающий. Владимир Лебедь подписал с «Зенитом» контракт на 1 год. В России, наверное, больше никуда переходить не буду. Это единственное, если я куда-нибудь буду уезжать за границу. Больше никуда. Московский «Спартак» прилетел в Сочи сегодня в полдень. Чеказе. Тогда команде «Бышевца» противостоял вице-чемпион после казавшегося сенсационным поражения от ЦСКА. «Зенит» нашел в сенсации жесткую логику. Две атаки, завершенные через центральную зону, сделали свое дело. Конечно, слабо в решающих эпизодах сыграли защитники «Оланцев» в первую очередь Шелия. Но знаменательно и то, что оба мяча на счету тех, чье появление на острие прямо не прогнозировалось. Полузащитника Зазулина и стоппера Игонина. Так впервые в сезоне проявилась твердая рука «Бышевца». Вообще, за «Зенитом» очень скоро закрепилась репутация команды тренерской, к которой, вопреки традиционной логике, насчет игроков относят поражение, а наставника благодарят за победы. Придающий значение собственному имиджу «Бышевец» следующий сюрприз приготовил к приезду команды в Москву. Повержена «Тархановская торпеда». Интересно, что «Зенит» в том матче успешно отыгрывался после гола Машкарина и доказал, что не является тупо оборонительной командой. И опять удачно сработали тактические придумки. В решающей атаке добавил остроты неожиданный рывок Игонина. Пришлось валить агрессивного защитника в штрафной, за что и был назначен пенальти. Не бесспорный, конечно, но смертоносный. В придачу ко всему, «Зениту» еще и везет в решающие моменты. 2-1. И следующая игра у питерцев со «Спартаком». Это был крайне важный матч. Садырин, на смену которого так неоднозначно пришел «Бышевец», как известно, обещал обыграть «Спартак» и обыгрывал. Вот только главную игру, открывшую красно-белым дорогу к перегробке, Садырин проиграл. «Бышевец» построил ловушку для широких спартаковских атак, плотная средняя линия и старательные защитники. Все умножается на действенную подстраховку. А когда система давала естественный для команды такого класса сбой, за мячом уверенно прыгал Березовский. Нулевая ничья, а несколько дней спустя «Зенит» обыграл «Спартак» в кубковом четвертьфинале. Похоже, что Анатолий Бышевец, понимая, что на уровне целого чемпионата «Зениту» тяжело на что-то рассчитывать, умышленно зарабатывает репутацию себе и команде в отдельно взятых ключевых играх. Даже без предыстории встреч этих команд ясно, что клуб, который проиграл в первом круге, жаждет реванша во втором. А «Зенит» старался же, конечно, доказать, что первая встреча, принесшая ему успех в Владикавказе, и успех там не был случайным. Вот почему этот матч носил упорный и бескомпромиссный характер. Его нельзя назвать, забегая вперед, выдающимся, но по накалу борьбы и по тренерским замыслам, с моей точки зрения, он представляет очень серьезный интерес. И даже не зная, как закончится эта встреча, посмотрев первый тайм, я, например, уже сделал для себя вывод, что Анатолий Бышевец предложил Валерию Газаеву, своему коллеге, как бы ловушку, заманивая постоянно соперника на свою половину поля и пользуясь пространством, где очень активно играл Герасимец, выдвинутый вперед, ловил соперника на контратаке. Вот, может быть, мы даже отошли несколько от традиции, а вы помните, мы всегда начинали с состава команд. Вот такое эмоциональное восприятие этого матча и заставило меня сделать предисловие. А теперь, конечно же, и о составе. Алания. Крамаренко в воротах, второй Пагаев, третий Тимофеев, четвертый Жутаутас, пятый Мороз, шестой Цвейба, седьмой Тедеев, восьмой Яновский, девятый Кобяшвили, десятый Агаев, одиннадцатый Ашлетия, Валерий Газаев, главный тренер. «Зенит» в воротах Приходько, второй Дмитрий Давыдов, третий Белоцерковец, четвертый Игонин, пятый Анатолий Давыдов, шестой Вернидуб, седьмой Дмитрий, восьмой Горшков, девятый Попович, десятый Бобров, одиннадцатый Герасимец и Анатолий Бышевец, главный тренер и судья Овчинников. Судейство было довольно-таки легким, и бригада арбитров справилась со своими обязанностями без всяких проблем. Питерские футболисты старались иногда использовать фланги, а после прострельных передач мяч не находил адресата, и понятны чувства Анатолия Бышевца, который, кстати, в свое время умел отдать точный пас, равно как и владел дриблингом, таким же примерно, а может быть даже лучше, но тем не менее, как Герасимец. А Герасимец сделал великолепную передачу, а Дмитрий вместо того, чтобы мяч остановить и пробить поворотом, пробил схода и ошибся.
Вторая половина встречи началась также при счете 0-0. И ясно было, что кому-то в конечном счете удача должна улыбнуться. Алания кружевами атак терзала оборону, навешивала, била по воротам. Подключались крайние защитники к атакам. Собиралось очень много игроков в штрафной площади «Зенита». И мяч не шел в ворота, потому что действительно там было очень плотно. Даже Владимир Кондрашин на эту тему наверняка говорил своим партнерам, известный специалист баскетбола. А потом возник вот этот момент с участием Герасимца, но он, мне кажется, чуть-чуть переусердствовал в дриблинге, а пробить надо было раньше. Но я говорил о том, что он был одним из самых активных игроков впереди у «Зенита», и он заслуживает всяческой лишний раз похвалы. Удар, хотя и не точный, но его усилия были вознаграждены уже хотя бы тем, что наконец-то надо было бы гол забить. Это уже просьба мэра Санкт-Петербурга. Вышевец обещает, и тут же Попович это делает. Делает гол после передачи Герасимца. Головой точно направляет мяч в угол ворот. Ну что ж, редкое, так сказать, взаимодействие двух руководителей. И в конечном счете «Зенит» добивается успеха. Конечно же, Алания бросается отыгрываться большими силами. Большими же силами защищается «Зенит». Вот следует удар остроумный, но, к сожалению, для Алании не точный одного из игроков. Мяч уходит мимо. «Зенит» владеет ситуацией, Герасимец разыгрался, очень много свободного пространства, а он насчет тому же отходит часто назад, и часто его останавливают еще и недозволенным приемом, получает желтую карточку игрок Алании. Я сейчас уже не берусь уточнять, кто конкретно и как был наказан, но следует удар со штрафного, Крамаренко на месте, и Крамаренко, кстати, не так уж много было работы, но вот в этом и заключалась опасность для ворот Алании. Потом, когда ему приходилось вступать в игру, голкипер Алании был на уровне. И вот «Зенит», забив мяч и имея опять-таки много пространства свободного, легко и также свободно проникал в штрафную и мог, конечно же, забить еще один гол. Но вот не везло или неумение, тут, так сказать, уже не будем гадать, как бы то ни было, этот эпизод был тоже испорчен. И я должен сказать, что вот здесь как раз восторжествовала, конечно же, тактика, придуманная Бышевцем в игре с Аланией. Зная комбинационный характер игры Алании, зная хорошо и досконально изучив возможности каждого из игроков, он избрал вот такой вот план игры против очень интересного клуба, которым является Владикавказская Алания, и сумел переиграть за счет тактики своего визави Валерия Гасаева. И вот, увы, для Алании и к радости болельщиков «Зенита» клуб одержал победу. Табло симпатичное на стадионе в Санкт-Петербурге, наверное, отразило точно то, что происходило на поле и о чем я говорил в самом начале. И отразило тот мяч, единственный победный, который и забил Попович. Потом было интервью Анатолия Бышевца. Я думаю, что игра практически была равной. Обе команды имели хорошие шансы сыграть результативно в атаке. Я думаю, что мы были несколько ближе. Я имею в виду, это выход Поповича 1-1, Герасимца. Такие более явные голевые моменты. А в целом, конечно, игра была очень сложной. И я очень рад, что игрокам удалось преодолеть вот то, что мы связываем с невезением на Петровском. Я очень рад, что мы таки доставили радость нашим болельщикам. Я думаю, что не только результатом, но и качеством игры. И кто вас сегодня особенно порадовал? Я не имею в виду Поповича, это само собой. Нет, я в целом сегодня рад, что команда сегодня играла сплоченно. А под сплоченностью я подразумеваю прежде всего, это не только играть самого за себя, но играть еще и за товарища. Вот сегодня такая отдача была у каждого из игроков. И как вы считаете, Алания уже... Yeah.
Если в среду хозяева играли фактически дублирующим составом, то в субботу на поле вышли все сильнейшие. Футболисты Шинника нарисовали преимущество с первых минут, но художество ярославцев особенно впечатляюще не выглядели. Единственный по-настоящему опасный момент в первом тайме создали гости, но Герасимец, не игравший в среду, запустил мяч с линии ворот в небо. Выдающийся в прошлом нападающий, а ныне тренер «Зенита» Анатолий Бышевец так и не смог понять, как же его нападающему это удалось. Под занавес тайма пошел дождь, считающийся в Ярославле фирменной погодой. И после перерыва хозяева этот тезис подтвердили. На 55-й минуте Шинник подает угловой. Приходько кулаками выбивает мяч. Но, к несчастью, прямо на ногу Леонченко, который набросил в штрафную, а Авахов также с лета переправил мяч по нужному адресу. 1-0. На 61-й минуте Леонченко вновь отметился результативной передачей, на этот раз Гришина, выделявшемуся своей активностью на протяжении всего матча. Геннадий пробил не сильно, зато точно. 2-0. Хозяева могли бы забить и третий мяч. На 78-й минуте судья Кожухов усмотрел нарушение в штрафной «Зенита», по всей видимости, расценив падение рыбкой питерского защитника как игру рукой. Нервы у гостей были уже на пределе, и самый спокойный из них, вратарь Приходько, принимал профилактические успокаивающие меры. Но 11-метровый Бычков исполнил коряво, и Приходько с тем же хладнокровием спас «Зенит» от крупного поражения. Я бы не сказал, что это лучшая игра моя. Дело в том, что все ребята отдались полностью, здесь нельзя говорить. Вчистую. В «Зените» наконец-то наладил взаимодействие классных, но в одиночку недостаточно сильных хавбеков Кулькова, Горшкова и Герасимца, которые исправно снабжали мячами выдвинутого вперед Поповича. Немалое влияние на игру оказал разбухший от воды газон, арсельмашевская оборонительная тактика, которую можно было бы назвать тактикой постоянного фола. Наказали хозяев за это на 31-й минуте. Вернидуб подал с центра, а удар Кулькова стал единственным точным среди многочисленных фальшивых. 0-1. Положение Расельмаша во втором тайме значительно усугубило удаление ничья. «Зенит» голевого задора не растерял, и на 3-й минуте второй половины затеянная экспартаковцем Кульковым стенка привела к удвоению счета. 0-2 после удара Панова, и Расельмаш в отчаянии бежит преодолевать синдром своего поля к воротам Березовского. Однако острый ростовский стандарт тупится о несгибаемую контратакующую питерскую пружину. Панов, подхватив мяч, дотащил его до противоположной штрафной, где и упал к ногам свалившего Тарнавского. Попович со штрафного делает 0-3, счет недаром обозначающий техническое поражение, потому что он свидетельствует о полном преобладании одной команды над другой. И тут, словно опоздавший к первому действию актера, в поле зрения возникли ростовские форварды. Мяч, отправленный Масловым в сетку сквозь Березовского, стоил паса Герасименко. 1-3 на 73-й минуте. Андреев почему-то не верит, что команда может завестись. Но в начале последней 10-ти минутки счет после удара Герасименко сокращается до минимума. И все. 2-3. Расельмаш сыграл свою домашнюю игру. Я считаю, что наша команда провела одну из лучших игр на выезде. До первого пропущенного мяча.